Итак, всем привет! Сегодня, как вы уже догадались, очередное устройство, сделанное этими руками. Очередной музыкальный инструмент. В этот раз у нас присутствует микросхема 555. Еще она называется генератор ступенчатого тона. И еще ее назвали Atari Punk Console. В общем, собрал такой чудо-девайс. Маленький такой. Поместил все в корпус Лего. Тут просверлил для динамика отверстие. В композите нашел такой, вырезал себе. В общем, два переключателя на включение и кнопку. И на динамик, и наушники. Вот я сюда еще подсоединил наушники. И два потенциометра на 500 кОм. В общем, такой вот интересный девайс. Включаем его. Ну, включаем сразу. Вот. Создается такой звук. Подпитывается все 9 вольтами крона. И переключаем на кнопку. Давайте откроем и быстренько глянем, что внутри. Я вам покажу. В общем, такой нетрудно сделать. Полно схем в интернете. Схему вы увидите в описании. И плюс еще я покажу схему на экране. Сейчас вы ее видите. Открываем аккуратненько. Вы как бы уже видите, что здесь. Динамик. Так, сейчас поставлю. Батарейка. Динамик, переключатели, два потенциометра переменных, резистора и кнопочка без фиксации. Тут, в общем, две микросхемы 555, твердотелый конденсатор на 0,1 микрофарад и на 0,01 микрофарад, еще один, два резистора на 4,7 килоома. И один на 1 кОм. Ну и все, и на наушники. И, в общем, такой корпусок, в общем. Прячем это все назад. Так-с. Такой хотел сделать подарок человеку. В общем, думаю, это, если не знаете, что подарить, то реально можно такое спаять самому. Ни сложного, ничего нет. Придумать какой-то оригинальный корпус и поместить это все в него и сделать такой музыкальный инструмент. Им играть можно везде, где вам удобно, на улице, в подъезде, в метро. Давайте подключим к колонкам через динамик. При подключении к колонкам мы переключаем на сюда, вот так. В общем, такой девайс, музыкальный инструмент. Будем продолжать дальше и удивлять вас. Если какие-то возникли вопросы, спрашивайте, отвечу. Все остальное я вам скину в описании. Все, пока. Thank you.